Здравствуйте, дорогие подписчики. Вы просили еще заснять видео о том, что как уничтожить мышей. Ну вот это я снимаю, короче. Испробовали тоже много способов. Многие способы не помогают. И отраву нельзя раскидывать, потому что то дети, то еще кошки у нас там бегают. Вот, потравиться. Вот. И вспомнил старый дедовский способ, опять же, кирпичом. Вот. Кирпич, между прочим, и здесь это все помогает. Ну, давайте посмотрим, смотрите, короче. Берете кирпич. Обычный простой кирпич. Вот. Берете кусочек сыра. И тщательно его обмазываем везде. Везде. Чтоб запах сыра везде был. Обмазываем его везде. Ну, я просто уже как бы так покажу. Вот. Вот наш ассистент. Это наша мышь Дуся. Будет ассистировать сегодня. Вот. Что будет происходить? Мыша вылазит с норки. Это надо положить возле норки, где живут мыши. Вот. Мыша вылазит по запаху. Видит большой-большой кусок. Как бы сыра, потому что у нее запах сыра стоит. Она вообще большой кусок сыра. В глазах ее будет счастье, радость. Вот что столько ей досталось. Подбегает, кусает ее. И у ней ломаются зубы. Тут у нее, естественно, депрессия. Вот. Зубов нет. Все. Ну, на этом, короче, все и закончится. Потому что без зубов мышь уже это не мышь. Вот. Это первое. Во-вторых, когда она возвратится к себе обратно, она прошепеляет, расскажет то, что здесь жить нельзя, здесь сыр нельзя есть. И мыши ну, просто-напросто уйдут из дома. Вот. Я испробовал этот способ, помогло. Вот одна единственная сдалась, сама осталась. Вот. Остальные ушли. Так что пробуйте. Способ хороший. Все. До свидания.